беззаботный и беспечный, на спине портфель заплечный, жизнь длинна и бесконечна. Сказали, что, говорит, вы встретили такого человека, у которого 6 пальцев, по 6 пальцев на ногах, это атавизм, да, это как-то называется? Да. Но это good luck, то есть вам повезло, потому что это он вам, да, он вам принес удачу. Конечно. Мой совет такой дружеский, если вы строгие родители и хотите своим детям добра, ни в коем случае не заставляйте. Спасибо, Юлия, спасибо. Меня зовут шериф Джон Слейтер. Я задам вам несколько вопросов. Постарайтесь отвечать быстро, не задумываясь. Готовы? Да. Тогда приступим. Вспомним сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Какое желание загадали бы вы? Чтобы не было войны. В марте состоится очередной 9-й по счету час Земли. Чем будете заниматься вы в эти 60 минут? Я буду копать картошку. Гуляете ли вы по парку Горького в Москве? Нет. Настолько время сейчас какое-то, оно такое уж больно шумное, да, я бы сказал. Не хочется называть вещи своими именами. Я имею в виду вся планета. Смотрите, какие у нас происходят вещи. Катаклизмы какие-то, войны и так далее. Уж очень хочется, чтобы наши дети жили в мире, чтобы им досталась чистая, красивая планета с голубым небом, чтобы мы прекратили убивать друг друга, потому что, ну, в этом я не вижу в этом никакого смысла. Жизнь прекрасная, удивительная и коротка, что самое главное. Вот мне 60 лет уже скоро, и я не заметил, как пролетело это время. И я желаю всем нам терпения, добра и, конечно, мира. Мирного неба над головой. Не успел начать страницу, вот и 50. И уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить.